Всем доброе утро, друзья! Ну что, сегодня у меня на завтрак овсяные оладушки и йогурт натуральный с медом. Конечно, это не все мне. На первый перекус у меня будет зеленое яблоко и зеленый чай. На обед у меня будет плов из бурого риса с курицей и сюда салатики из овощей. На второй перекус 200 грамм кефира и вот такой гречневый хлебец. И на ужин у меня получается вот такой салатик. Здесь у меня российский сыр, салат, помидорки. И сюда я еще буду добавлять грудку гриль. И вот заправлять таким соусиком. Это натуральный йогурт, немножко чеснока и немножко горчицы. Ну что, друзья, всем приятного аппетита, вкусного похудения, а главное эффективного похудения.